Друзья, всем привет! Приветствую! Вы на канале The Baloo Fisherman. И сегодня мы на Припяти, у нас открытие. Наконец-то! Да. Мы выехали на нашу любимую базу. Погода просто супер. Будем надеяться, что нам сегодня повезет. Конечно, много воды, но что с этим делать? Открытие есть открытие. Так что, ребят, не переключаемся, смотрим, будет много рыбы. Погнали! Что, друзья, первый заброс. Ну, чувствую, меня уже ударил что-то. Да, конечно. Хороший? Да. Давай, давай, давай. Пошел, пошел куда-то. Сюда щи. А, это он так встал просто. А, он боком зацепился. Ну, первый есть, ну, ребят. Первый с почином, да. Нет, второй. Первый был окунь. Первая окунишка. Ну, я думаю, реально хороший. Ну, ты видишь, как он встал просто. Ну, да. Ну что, малыш, малыша, плывешь, балдеть. Отпустим. Здорово, блин. Прям под берегом, да? Прям под берегом вышел. Такие, ну что, такие, это знак, на... это знак, ребята. Такие нас и бьют. Начало рыбалочки уже есть. А вот сейчас смотрите, ребята. Окуневич. Пять минут до этого вот такой бандит ворвался. Угу. Хороший. Ты, кажется, доволен в воде, да? Ну. Давид? Ну, неплохой. Неплохой. Покажись, покажись. Да, нормально. Вот так вот все кого нормально. Не то, что ты, может быть, как-то... прошлое. Да поднимай. А, не, не могу поднять его. Спасибо. Ну как, он не такой большой. Залезку поднимай. Залезку поднимай, вот так не хочу за удилище. Хороший. Да, товарный. Нормально. Товарный. Есть? Не, ну грамм 800, наверное. Кто бандит, давай. Пошел. Второй уже ушел. Ребята, какой удар. Хороший. Я не знаю, жерех ли. С такой сечкой, давай, пацан. С такой сечкой. Похоже на жереха. У нас груз ушел. Оболтай, просто все, блин, слышишь? Дай фрикцион пущу, не знаю. Похоже на жереха. Удар был просто дичайший. С вылетом таким. У нас груз ушел. Не-не-не. Это такой удар был. Играйся, давай, давай, доставай, доставай, доставай. Какую играйся? Хорошую походу. Посмотри, что там. А ты на что-то смахиваешь? Не-не-не. Наджик. Давай, что ты его достанешь, подожди, что нас идет, и ты метат, и брат вернется. Давай сейчас достанем. Хорошая, да? Так а что за рыба? Есть. Есть? Не, да сейчас хватит. Хороший прям? Ну, что скажу, я не знаю. Ну, чувствую, как все. Да, только я поднять не могу его. А, тогда еще фиксируешь. Так он расслаблен. Что за рыба? Это поворот. Не форсируй, не форсируй. Да какой форсируй? Я ни рыбу не вижу даже. Но мне казалось, по удару жерех. Покажи, что за рыба. Я поднимать даже боюсь ее. Не поднимай. Только сразу подсак бери. Я мне просто рыбу не вижу. Что мне делать? Я не знаю, что за рыба. Удар был жесткий еще? Вообще просто... Я... Удар жереховый был. Подержи, просто подержи, даже не подержи. Давай, 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 смотри, выходит. Давай. Ну куда давай, я рыбу не вижу. Блядь, да я что подцеплю. Готов? Да, готов. А, вижу, вижу. Давай, 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 давай. Сом. Давай. Ну, хороший такой. Ребятки, Семёнок. Вот твоя мечта сбылась. Первый твой сом в жизни. Хару, ну я скажу, сопротивляется он. Трёшка, наверное, потому что он какой-то жирный. Сопротивляется он знатно. Весь пьяков, весь. Сопротивляется знатно. Наша рука трясется. Давай петуху. Рука трясется. Первый твой сом в жизни, поздравляю. Это как первый секс. Ну да, почти. Сейчас глянем. Ну что, ребят, вот такого мини-трофея поймали. Сейчас да. Самое время отпустить. Смотрите, здесь пиявочка. Бедняжка. На скидку сколько? Килограмма 3 будет, Вадик? Я думал, по трешку. Давай, пропускаем. Дарим, дарим пацану жизнь. Ну что, дружище, давай. Пошел, красавец.
Хорош. Вот она, очередная щука. Точнее, первая. Ну вы гляньте, не трофей ли? Вадик, по-моему, трофей. Трофей этого сезона. Она вдоль травы стоит, кстати. Может, поживем по это самое, покидать нам игрушку тут. Ребятки, красивая это какая. Прям любота. Засеклась-то как хорошо. Ну что, родная, давай. Вот мы и отрыбачили вечерок. Сейчас поедем на базу, шашлычок делать. Погодка, конечно, просто пушка. Что по рыбалке? Поймали сомика небольшого. Килограмма, ну, 3 точно есть, может, 4. Клюнул с офигенным ударом. Сколько ты говоришь, может, 7? Около 10 килограмм. Ну, да. Клюнул с офигенным ударом, таким вообще пушечным. На видосе там одного видно. Смотрите, да, поймали вон одного окунька, смотрите. Хорошего, но отпустили, потому что... Да, окунь классный. Покажи воду ближе. Какой малыш, блин. Ну да, окунек хороший. Вопросов нету. Отпускай дружка. Пусть живет. Хорош. Пошел. Что еще? Поймали пару судачков. Один такой был хороший, килошник, наверное. Ну, под кило. Грамм 800. Да, 1 грамм 500. Вся рыба отпущена, короче. Никто не пострадал. А мы надеемся... Только головки. Да. Я не знаю, наверное, штук 12 оторвали. Это вообще какая-то дичь. Да больше. Пусты дикие. Я, наверное, перевязываю только раз 7. Корчи сумасшедшие, воды очень много на Припяти. Но половили неплохо, да, Вадик? Да, классно. Я думаю, что это только начало. Да. Завтра будем продолжать. Сегодня уже нету сил. Поедем делать шашлычок. Так что, ребятки, не хвоста, не чешуи. Завтра продолжим радовать вас своими видосами. На воду. Ставим лайки, кому нравится такая рыбалочка, а мы едем на базу. Что, ребятки, гляньте, что нас ожидает. Уже совсем скоро подгаривает воду. Чуть-чуть. Ну что, дружок, ты тоже будешь? Тоже будешь с нами? Хорош. Ну а это нас ждет после шашлычкарь. Расслабончик после рыбацкого дня. Так что, ребятки, приезжайте, дунем вместе. Да, Вадик? Да, конечно. Сделан сам лучший кальян. Угу. Вадик, кальянный мастер. Знакомьтесь. Скорее. Кот, кальян будешь? Мяу. Друзья, погодка просто огонь. Так что, Серый. Всем не хватает, еще у меня горит шашлык. Друзья, кто не подписан, подписывайтесь на канал. О, здрасте, здрасте, здрасте. Рыбалка на славу. Да, балдеж. Не будем рекламировать пиво. Давай, Вадик, за завтрашний день. За удачку. Чтобы было больше поклевок. Ребят, отдых просто чума. Да, место просто бомба. Только, правда, воды многовато, но мы-то, в принципе, на судака. Он там, где стоял, там и стоит. Жерех тоже, в принципе, не гуляет, но завтра будем его разведывать. По идее, судака реально дофига, да? Да, поклевок было. Поклевок было, наверное, сегодня штук, не знаю, на штук 30 на двоих точно. Ну, это, наверное, мелкий просто, он не хочет как-то... Ну, какая разница, может, не за рыбой едем. Реально рыбалка. Самая класс. Лучшая реализация – это коряги. Вот коряги кайф. Да, коряги поймали сегодня мы, да? О, штук на 12. 12 на двоих. О, нормально. Ребят, что может быть лучше, а? Чем рыбалка в будний день? Друзья, посмотрите, с днём кайф. А ты вот кровь. Сейчас закат солнца, самые поклёвки судака. А мы курим кальян. Вот такие мы рыбаки. Я первый заброс. Утро, 5 утра. Мы начинаем суперджиг. Надеемся на трофей. Что такое удар? Бабах! И сом припаркован. Бля, было.
Опять. Блядь. Он за мной идет, прикинь. Офигеть, прямо вот этот вот. Вот это поворот. Есть, блядь. Прямо тут вот, слышишь? Что, друзья, поставил поролоночку. Может, на поролоночку что-то даст. Достойное. Все-таки 5 утра, время выхода. Трофейной рыбы. Есть. О, хорош. Хорош, Вадик. Да? Да. Смотри, какой. На хералке. На поролоночку всёкся. Вот и результат. Вот они их бандитируют. Ну, скажу тебе, не то, что там вообще мелкий, но, в принципе, судакин проходной. Смотри, какой. Нормально, напил тос. Вот такие вещи паразитируют тут наше место. Ну такой, в принципе, в свое время полупроходной. Поролоночка, красный грузик решает. Что, друзья, смотрите, очередная подача на поролончик. Очередная подачка. И кто-то давит в дно. Неплохо давит. Смотри, какой. Этот больше. Побольше, дружище. Выдает, как слышишь? Говорят, неактивный. Ну-ка. Опа. Хорош. Второй за утро. Нормально. Пошел, товарищ, ладно. Уходит. Освоясь. Есть? О, Вадика, поклевка. Пошел, дружище. Пошел. Наш направо? Не-не. А, нет, наверное, пизночек, но... Давай. И сидят малыши. Ну. О, мои. Выдает? Да. Ну, где он? Покажись. О, хороший. Ушел? Да. Ясно. Был хороший. Так осмысленно. Пошел домой. 20 минут ловим, уже 3 судака. Поймали, пустили. Поклевок очень много, наверное, больше 10 уже было у нас. То есть рыба активна, но мошкары просто дичь. Мошкары просто сумасшедшие. Сколько. Поэтому ловим дальше. О, хороший. Похожий? Сомик маленький. Так он нас убил, Владик. Он нас убил 3 раза. Прикольно, да? Малыш, Самяра. Какой удар был, как ты рассказывал. Он нас убил. Ну да, прикольно. Килограмм, наверное, да? Да. Я тоже люблю. Ну удар классный, да? Вообще жесть. И он такой... Так я же тебе говорю, да. Вот он у нас стоит 2 раза и бил. Я искал, где удар был. А он стоит прямо на входе тут. Ну прикольно. Ну, такой бандит. Я был отпущен бандитом. Нет, это больше ничего. Ну да. Тарашник. Прикольно, да? Вот он, говорю, у меня с таким ударом ударил и промазал, походу. Возможно. Смотри, какой пузатый. Так они же их сокрой. Нет, так я тебе кажется, пузатый такой вообще. Прикольный. Поклевка сразу же, только камеру выключил. А ё-моё, я думал, жерик. Нападение? Так у меня лежало на полчаса, я с вами сам обаловался.
Ты будешь снимать, спускаю? Да, давай. Ребят, только баловали самому, уже судачок клюнул. Пошел, красавец. Поплыл. Че, Вадос, как впечатление? Ну прикольно, конечно, хоть малыш малышом, но борется как настоящий такой джигит. А мошкара как? Я бы даже сказал, возможно, дизгин. Мошкара очень приятно бодрит, веселит, стимулирует рыбалочку, что это надо. Я понял, это он простату. Нас сожрали просто жесть, мошки эти. Второй день у нас заканчивается. Сегодня была хорошая рыбалочка. Поймали мы, наверное, штук 10 судаков. Даже больше, наверное. Поклевок было просто неимоверное количество. Наверное, штук 30 точно, 40. Очень много нереализационных поклевок. Вообще, это судак не то, что клюет, он просто бьет груз. Груз, резину, но вообще не засекается. Что-то кому не пробовали. Двойники. Поролон. Сомика поймали небольшого. Ну, килограмм, может, два. Пару окуневых поклевок. Щуки вообще нету, щука вся стоит в траве. Еще не достать. Погода портится, начинается ветер, мошкары просто дичь. Нас покусали все лицо, все тело. Вообще жесть. Мошкары, комары. Это просто какое-то нападство. Короче, да, мы едем на базу. Поедем делать шашлык. Завтра с утра еще пожигуем и поедем домой. Пора. Ну, рыбалочка классная, рыба есть. Вода большая, это радует. Летом должно быть много рыбы. Поэтому я думаю, летом мы хорошо половим. Так что, ребят, завтра продолжим. Вадя, скажи два слова. Ребята, завтра ложим. Вообще понял. Кто не смотрел, вот дождь начинается. Ребят, кто не смотрел мое видео по головлю, ссылочку оставлю в описании, вот тут сверху. Пошел, отловился по головлю, поэтому всем рекомендую. Посмотрите, очень полезно. Так что, все, ребят, мы погнали. Что, ребят, 5 утра. У нас последнее утро. Мы опять жигуем судака. Ой. Первая долгожданная уверенная поклевка. Да, час 45 послали. Вообще ни одной поклевки не было сегодня с утра. Нет, поклевки были 3, наверное. Ну, 3 поклевочки, тычка какие-то. И вот какой-то маленький крокодильчик, по-моему. Может быть, не маленький. По-хорошему. Похож, ну, неплохой, но... Наконец-таки, ну, дружочек. Дружочек, что так долго клевал? Блин, мы уже все, что можно, поменяли. И самое смешное, что на этот клевало вчера, клевки были сегодня. Судак очень капризный сегодня. Доставать не планируешь? Ну что, товарищ, новое место, новая постановка. Новая старая. Новая рыба. Сейчас мы попробуем, что тут у нас ждет нас. И ждет ли вообще. Точно хороший? Возможно. Ты всегда говоришь хороший, а в итоге? А на выбросе клюнул? Да. Прямо под колпустар. Ну где он? Товарищ, выходи. Где он? Ну, ты ж не под... Не тяни в траву его. Все могу сделать, он уходит туда. Там хороший тигрянь. Точно? Да. Выдает. Жалко. Я думал, дуплетом поймаем. Ну что, хек колбасный.
Заглотил все нормально. Может активировались, слышишь? По-божески. Не знаю. Тише. Леха. Башков не дал нормально. Ребят, сегодня работает только вот эта приманка. Уже разорвана вся. Вся разорвана, подруга. И только в этом цвете. Ну, а как светится красиво. Прикольно. Ну, это уже, наверное, какой? Шестой сегодня, да, за утро? Это еще на третий мой. Ну, такой, да. Мертвый, намертво. Легко, ну, в принципе, никак. Товарный, но отпускаем. Судак номер 136. Так, ну что, мы... У меня была поклевочка. И мою резинку сожрала. Поэтому, ребят, я беру новую. Час сидели без поклевочек. А тут у нас какой-то вот клюнул товарищ. Вот, так еще нормально. Какой-то горбатый, слышишь? Вот дает. Товарно-проходной. Сейчас уйдет, смотри. На сопле держится. Ну-ка, давай, подержи. Не подержишь, подержи. А вот еще красиво. Дружок, спасибо за поклевку. Увидимся, когда ты будешь большой. Мне кажется, он же раньше брал. На что-то похожее. Все, дружище, давай, пошел. Друзья, ловим на неогруженную резину. Место просто офигенное. Закончилась наша рыбалочка. 3 дня пролетели как полчаса, давайте. Да, если бы не комарики, конечно, вообще было бы класс. Комарья просто в вагон. А, дурить. Мухи, 2 вида мух, 800 тысяч видов комаров, какая-то дичь. Это просто жесть, реально, ловить просто невозможно. Ну что по рыбалке скажешь? Отловились мы, конечно, отлично. По судаку просто супер, да? Ну да, клевал, конечно, а, дурить просто. Если бы забирали, наверное, штук 30 точно бы поймали. Ну да, наверное, не меньше, потому что по клевкам тоже было... Ну, поклевки, конечно, невнятные. Как будто бы он не хочет кушать, а просто гоняет рыбу. Как будто бы еще, наверное, на икре стоит. Да, только что стоит на икре и охраняет. То есть поклевки очень странные. Поймали 2 сомика. Небольших, конечно. Видели сама на килограмм 50, да? Да, там конь огонь, конечно. Здоровенный. Был. Походу, сом не рестится. Поэтому воды очень много. Ловить чуть сложно. Щуки вообще нету. Она где-то в лесу вся стоит, в разливах. Тут не разливы, тут просто моря. Вообще нет берегов. С ума сойти. Ну, по природе, конечно, супер. Отдохнули классно, да? Да, супер. Погодка супер, реально. Вода уже теплая. Поэтому... А что еще надо? Классная компания, рыбка клюет, погода отличная. Зашибись, лучший отдых. Так что, ребят, нам нужна ваша поддержка. Ставим лайки или дизлайки. Ну, лучше лайки. Поэтому подписывайся на канал, а мы поехали домой. Потому что комары нас сожрали. Просто адреть. Они через вещи, через все, что возможно. Через металл даже могут прокусить. Все, удачи. Все, ребят. Счастливо.